На самом деле очень приятно и неожиданно, потому что центр такого масштаба и такого оснащения сложно найти на территории РФ и стран СНГ. И был приятно удивлен, так как первый раз на самом деле в Баку, в Азербайджане. И очень приятно удивлены и людьми, и оснащением, и коллективом, который такой дружный, семейный. Очень приятно и надеюсь, что наш приезд мой больше связан именно с адаптацией какого-то нового оборудования, которое здесь также появилось, поможет местным специалистам и специалистам всего Азербайджана еще выше, если это возможно, поднять уровень эндоскопии и медицины в целом.